И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кейт Макс и Руся. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте Школа Балди, будем убегать, мочиться и веселиться. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Ну, можно вместе. Давай, давай одновременно. Давай. Ты готов? Да, подожди, сейчас, я еще пока не готов. Так, давай, с первой готовься. Части сначала, да, поставим? А я буду со всех рандомно ставить. Так, давай, я ставлю уже. Все, первая волна пойдет, да? О, ну да. Ой, блин, вот я ума взял, поставился. Извините, так бывает. Подождите. Вот это мы красавчики. Сразу видно, что мы умные люди. Поставили себе в лицо и умерли. И сразу погибли. Все. Так, ну что? Так зато интереснее, они на карте. Теперь можно помочиться. Так, Димас, вот я рядом с тобой. Давай будем убегать от них. Я буду поубегать и мочить их. Ну, не сильно. А, ты будешь их убивать? Конечно, если они будут меня пытаться убить... Все, давай, ты меня охраняешь, а я буду убегать. Ну, иди вперед. Иди, не сыкай, я так 100 раз сделал. А, Димас, там кто-то есть. Блин, Димон, я не смог тебя защитить. Да я и себя не смог защитить. О чем там говорить? Ладно, ладно. На самом деле... Хватит все на свои руки. Я проверяю, мощные они или нет, они мощные. О, какой классный дробовик я нашел. Сейчас буду выносить. Мы, наверное, с тобой одинаково дробовики, да, взяли, как обычно? У тебя такой? Димон, видишь, мы с тобой одинаково думаем, даже дробовики взяли одинаковые. Но у меня чуть-чуть лучше, видишь, у меня ручка не потертая. Да. А, у тебя тоже не потертая, ну ладно. Ладно, иди, иди, показывай, где они. Показывать, это, кстати, я в этой школе. О, идет, мочи. Какого фига рикошет в лицо прилетает мне? Красавчик, Димас, мне прям в спину настрелял. Взаимно, взаимно. Так, вот, еще один бежит, давай, гаси его. Мужик, иди сюда. Он подзастрял что-то. Давай поможем ему. Давай, помоги ему отзастрять. Так. Чё орёшь? Орёт, орёт еще. О, вот это мясо. Сзади, сзади. Ого! Нифига себе, что у него за огнемет в руках? Чё у тебя за пистолет китайский? Это волшебный, какой-то китайский, с Алиэкспресса. Алиэкспресса, мать. Нормально, $50. Пойдет. Проверяешь пульс? Да, да, вроде на Верочку, все четко. Значит, Диман, мы всех убили. Оживил его таким способом. Так. Че, реально всех убивали? Да, все, пора спамнить вторую волну. Ох, вы взлетели, красавчики. Давайте это, ставьте. Ой-ой-ой-ой-ой, это же... Я чуть-чуть, Диман. Я немножко поставил и все. Все, я буду отсюда начинать. Нашествие пурпурных челиков. Да-да-да, челиков. Сейчас мы... Так, сейчас мы нормально постреляем. По этому. О, да что? Че там, Димон, сильно валят, а? Да, я возьму помпу какую-то. Все, я их иду мочить. Дробовик, давай, ты же вроде крутой. Блин, говно, дробовик. Винчестер. О, винчестер, вот это уже другое дело. А! Ты что, жестко? Советую, Димас, тебе взять винчестер, он с 3 пули убивает. Че, как терминатор, что ли, недоделанный? Ча, он еще так крутит классно. Я разозлился на них. На, тебе в руку настреляю сейчас. Так, у нас ты Бенди или не Бенди? Я нет, лучше, чем Бенди. А я не знаю, ты кто... Диппер. А, я Диппер. А где это, Чпокемон? Где ты, где ты? Ух, кто-то стену простреливает. Это я. Я разозлился на них. Что-то... Смотри, Дима, что-то за тряпки лежат. Протирать. Понял? Так, Димон, я очищаю карту и спамню еще. Ты готов? Давай, я тоже поспавню с тобой. Димас, что ты сделал? Я не специально! Я не специально! Они меня окружают. Я буду на улице сражаться. Куда ты идешь? Очень тесно. Я вокруг школы бегаю. Во, вижу вас. О, манглихи идут. Димон, помогай! Нашествие манглих! Помогаю. У меня вон такой офигенный. Ты какая умная, ползает. Че она когда умирает, встает? На-на-на-на-на-на-на. Класс. Класс, пацаны. Крутое мясо. Так, все четко. Как-то ты что делаешь так нечестно? Пулемета буду зажимать. Димон, у тебя не подлагивает, все четко? Лагает, а пулемет такой. Нормально, тащим. Ого, их там! Я что, столько много поставил?
Чё такая слабая? Вот ты смотри. Так, Димон, давай, помогай мне. Да кому тебе? О, у меня есть граната дрыщалка. Давай, показывай. Сейчас, 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 сейчас. Мужики, держи. Против этих челиков держите. Мало что поможет. Поможет, поможет. О, вот такая граната есть, смотри. Поможет. Блин, ну это самоубийство. Убегать. Побежали. А что такое не взяло? Да. Классно все происходит, конечно. Я буду мстить. Куда ты бежишь? Димон, смотри, что сейчас будет. Сейчас будет эпик. Димас! Димас! Блин, не успел мой взрыв сработать. Вот жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, какой взрывчанский. Это удар с космоса. О, что они тут чамбу танцуют? Давай им поможем. С космоса. О, а что это они тут делают? Держи. Смотри, что чудят. Мужики, все, вечеринка окончена. Он нормально мы их раздуплили. Круто, круто. Они еще и дергаются. А что такое? Они все. Это просто такие... Остатки дискотеки, я понял. Остатки дискотеки, классно. Так, давай карту обнулю. А, Димас, ты что, марионеток поставил? Да, это же волна, где марионеток надо... А что они дверь сожрали? Нифига себе, такая банда пришла, съела и убежала. Так, надо тут стоять. Какие-то. Сейчас они придут. Я знаю, как от них спрятаться можно. Давай, запрыгивай. Фух. Ребята, запрыгнул, еле-еле. Димон, я иду к тебе. А, они ко мне. А, блин, а. Я испугался. Серьёзно? Блин, да как это? Я иду себе по дороге и не вижу. Я слепенький. Так, прыгаем. О, я, Димон, где глобусы? О, я их так, за окном вижу. Я на улицу. Давай, давай возьмем. Я вижу тебя, я вижу. Я иду к тебе. А, марионетка, подожди. Давай... Помиримся на секунду, временное перемирие. Я тебя убивать не буду, наверное. Так, я бегу, все. Димон. А ты налево или направо повернул? Я на улице. Я на улице, гениально иду. Я слышу тебя, иду на Тулган. Я, короче, где тут горка, брусья какие-то. Все-все, сейчас будем качаться. Да. Тут одна марионетка, но она очень приставучая. Она не уходит. А, блин, она не в ту сторону пошел. Трется об песочницу, короче. А вот сейчас повернулась. Она, в общем, танго танцует. Я не знаю, что она делает, если честно. Так, Димон, я приближаюсь к тебе. Опа, она, марионетка, а ты меня тут не убьешь. Ты в курсе? О, Димон, я тебе сейчас это батона принесу, сейчас, стой. Батона? Спасибо. Все, Димон, а тебе этот хлебушка несу с кухни. Хорошо. Будешь хлебушек? Марионетка. А марионетки принесешь? Хлебушка? Не, только тебе. Железного чего-нибудь. Димон, такого. Я тебя вижу, открой двери. Вон я с хлебом, видишь в окне? Димас, как? Я тебе открою. Так, секундочку, мы сейчас избавимся от этой марионетки. Димон, хлеб немножко не чистый уже, ну ладно. Так, давай-ка посмотрим. Вот, что, кушай. Кушай. Так он в песке сейчас будет. Да не, я его обтрусил. Новый вкусный хлеб. А где остальные марионетки? Ты что, их убил? Не, только одну убил, он видишь сам. А где все? Пошли их искать. Да, пойдем, пойдем. Теперь надо за ними охотиться, они за нами. Все, поменялось. А у тебя есть скример или нету? Да, есть, есть. А у меня нету. Так, слышишь? Я тоже ничего не слышу, пойдем. Погнали. Опа, я слышу выстрелы. Где-то они должны быть здесь. Смотри, сколько там марионеток. Ого, привет! Чувак. Ого. Взрывай. Ай, больно. Пойдет? Да. Ого. Вот это, Димон, ты бешеный. Еще можно вот так. Ого. Неплохо. Вот это круто, пати нормальное такое. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Каркарыч, Енот, Андрюха и Марк Мир. Мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Опа, тут забаррикадировали. Ой! Кстати, у меня всего 30 жизней, это очень мало. Вот даже монтировка... Ой! Вы что, мне по мне вот это кидаете? Успокойся, я свой. Ого, я прыгаю. Я ж не знал, что я так прыгаю. Пошёл вон. Убили, убили, хорошо. Зато я головой... Ой, надо улететь. Я головой протаранил.
Так. Закрывайте двери. Мы будем это ловить сейчас. Да-да-да, кстати. Слушайте что... звуки. Баррикада, баррикада слетела. Блин, я не могу тихо ходить, я всегда какие-то конченые звуки издаю. Ребята, как всегда, у нас классное настроение. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да блин, вы и тут заминировали? Мне даже нравится, что очень тяжело сейчас будет. Чувствую, это будет весело. Так, а мы начинаем веселиться. Я на расстоянии умею двери открывать, я этот... Лицехват, телепат. Так, давайте. Я могу на shift вообще быстро бегать. Да вы задрали с этими минами, они везде. Ой-ой-ой, хорошо, что я не побежал. Разрешил на свою голову мины использовать. Так, они опять бросают эти мины вонючие. Ой-ой-ой. Да вы задрали, сколько их можно бросать. Вы гоните, шо ли? Сейчас попробую резко проскочить. Бегу-бегу. А ты уже никак не пройдешь. Я лазерную мину поставил. Ты вообще не пройдешь теперь. Смотри. Давай. Не-не, ты к нам не пройдешь. У нас дверь открыта, у нас все открыто. Добро пожаловать. Да, welcome to the house. Блин, говно, убегай. Закройте там двери. А, я могу мину удалить, но не буду, пойдем, ладно. Нельзя, не-не-не. Не-не, так будет не по-честному, конечно. Так, так, так. Эй, Димас, я тебя обижу. Он это не я. Часть открыта, давай. Право, я промахнулся, я просто промахнулся. Блин, так хочу кого-то вселиться и убить. Я сейчас буду более наглее. Попробуй с правой части. Я там даже не буду ничего делать. А там получается у вас две двери или три? Две. Две двери. Ага, я понял. Я просто... Опа. Да ты задрал, Фокси. Это не... У нас нет Фокси. Так. Убивайте Каркарыча. Кто это такой? Каркарыча селились. А! Пошел вон! Димас, тут Димас! Фокси, Фокси! Есть! Отлично! Я успел, ребята! Теперь я чужой! Привет! Пошел, пошел, пошел! Надо теперь убежать! Теперь... Кстати, у меня всего 1000 жизней, я очень быстро сливаюсь! Где ты? А я не успел, я не успел! Ну что ж ты хотел? Это же убийца. Я никого не жалею. А у меня 1000 жизней, мне нема что бояться. Я могу в наглую к вам залезть и убить вас. Давай. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Говно. Я успел заныкаться. Вентиляцию. Зато Андрей не поймал. Зато Андрей поймал. Так, 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 так. Хоп! Прикольно. Чужой рулит. Как всегда, чужой может. Да? Не? Который нет? Привет! Блин, не того схватил! Двери взлетели. А ты че умер вообще? Ты меня схватил. Беги, беги, чужой, беги! Так, берем оружие против инопланетян. Где тут оно у меня? Нету такого. Уверен? Сейчас тебе устроим. Лови! Блин, надо валить. Оружие. Перезарядка. Это за всех, кого ты убил моих родственников. Я не успел. Сожрали. А, то что так быстро жизни тратятся? Я только появился. Я появился вообще где-то. Так, 600 жизней осталось, а мне чуть-чуть. Бадабум. Давай, иди. Заходите сюда. Кто сюда не сыт, зайти ко мне. Мы потерялись. Отлично. Фокси съеден. Вижу, вижу, кто-то идет, идет, идет. Пробежал мимо. Так, идет, идет, идет. Еще раз пробежал мимо.
Слышь, ты хвостатый. Ты хвост увидел, говно, полез из-за хвоста. Да, отвали ты со своим оружием. А! Да блин, балди! Да почему он так долго? Съел. О, берем заморозку, мы сейчас тебя заморозим. Не сможешь. То у меня 300 жизней осталось, вы уже, считай, убили меня. Мы, считай, тебе сейчас уже заморозим. Тут столы валяются, не надо столы никому. Чем столы? Не. Там еды нет. Ай! А стекол-то нету. От говна. А ты зайди, боишься? Я вас съем по очереди. Кто будет сюда заходить, я съедать буду. Все, тебе хана. Сейчас будем истреблять этот. 150 жизней. У нас больше нету выбора. Прощай. Ай-яй-яй, черное очко. Ребята, теперь подписчики будут чужими, а мы будем выживать. Да уже можно подать, мы уже готовы. Ну все, вам хана. Я не могу в окно попасть, интересно. Ой. Ждем, пацаны, ждем. Ах ты ж. А я уже запрыгнул у тебя, но почему ты умер? Это как? Как это работает? Как это работает? Ах ты ж лоб! Ребята, он уже тут. Блин, мы убили. Неудобно, слышишь? Димусня. Ну. На маленький скин не запрыгнуть. Запрыгнул. А! Ого! Ну, блин. Мочим его! У-ху-ху-ху. Тебе подстрачника, короче, прописали взрывом. А, вот такая вот анимация. Отлично. Я прям отлетаю далеко. Погнали, еще раз. Ай. А я уйду. Не уходи, не уходи. А я уже ушел. Сышь, да? Я су? Конечно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Опять сожрал. Сколько у тебя жизни осталось? 500. О, мы нормально. А я гений, когда вентиляции. Ах, ты ж лоб вот такой вот. Я вам даю время. И себе время. Да ты хочешь спрятаться в комнате Балди, да? Открыли. Пацаны, я знаю, как его убить. А ну, давай. Ну, так ты должен вылезти, секунд. А чё это у нас в руках, а? А ну-ка. Да блин, поймала! На тебе в голову! Мочите его! Ай, больно. Да куда, ну? Опять, да, убежала? Убежала. Ах ты говно собачье. А я убежала. Пацаны, берите AR2 и шарами стреляйте правой кнопкой мыши. Мы его так сразу убьем. Где AR2? Ну вы мне 100 хп снесли, да. Да давай, выходи, секунд. Я секунд? Конечно. Сейчас тебя взорвут. Ай, мне больно было. Я вентиляция, да вы можете меня взорвать все еще. Я просто невидимый в ноуклипе. Да? Да. Ага, я ж не знал, что так можно. Мочите его, мочите. Ах, ты ж лоб, опять меня убил. Я оружие выбирал, а он меня мочит. Ах, ты хитрый жук. Чужое Опа. Чучело, да? И ушел. Пацаны, он боится нас, поэтому сразу убегает. Точнее. Я боюсь вас? Да, иди сюда. Я пошел. Это что а такое? Чё ты? Да. Я под регениться пошел. Это что такое, Дима? Да пусть она лежит мне так спокойнее на душе. Да. Тогда я ее взорву. Нет, не надо. Я ее сам хочу взорвать, когда ты придешь. Нет? Все хорошо, пацаны?
Я его убил, наконец-то, пацаны, выследил. И бомба осталась целая, и мы живые. Наконец-то, миссия выполнена, убить чужого. Но все равно мы бомбу взорвем. Все взорвал. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, сегодня играем Гаррис Мод, карта у нас Балди, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что у нас сегодня Сережка будет хэдкрабом и будет нас заражать. А ну прыгни мне на бошку, покажем, как это выглядит. Вот, все, теперь я зомби, ничего не понятно. А, я просто умер, да, сразу? А Серега, он бегает за меня. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать выживать. Так, ну что, пацаны, давайте разбираемся по всей карте. Можно, короче, против хэдкрабов кулаками лупашить. Да, пока не сильно поможет. Не помогает, да, но? Вообще нет, 8 хп сносит. А сколько у хэдкраба жизни? 40. А, нифига себе, сколько раз надо ударить. Ну это так, знаешь, типа по голове надавать, отбиваться и текать. А, можно еще ногой лупашить на Б, если что. Построча лупашить. За мной кто-то гонится. Ой, я тут парты попереворачивал. А я на нычке сижу. Сижу. Всю серию тут просижу и выживу зато. Представляю, когда уже будет много хэдкрабов, а я один тут буду. Это будет жесть. Это тут пролетел такой. Ой. Я в классе. Я, короче, баррикаду делаю тут из стульев, чтоб никто не зашел ко мне. Школа Балди очень опасное место. А тут помню один. Во. Одну секретку. Ой, блин, все зря. Вот говно. Брат, вот как в надо. Одном кабинете. Ну да. Засранец. Сейчас найду секретку и тоби хана, Димас. Какая секретка? Это не секретка. Ой. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ой. Ой. Было маленький. Здравствуйте. Отлично, у меня все получается. Надо было брать. Надо вот так набрасывать. Во, я понял, как делать баррикаду. Ой. Во-во-во, отлично. Так, не знаю, пройдет, не пройдет. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Ну чё, давайте. Я только в общем корреспонде ни разу не делал. Заходите ко мне в класс, я вам подсказку даю. Классно, а в какой? Дверь цвет. Да, синяя дверь. А тут везде, мне кажется, синие двери. Не знаю, где эта дверь. Ищем. Я фантома видел. Отлично, навалил прям жестко. Во! Лучше навалить я не могу. Убился. Наваливать ты умеешь, Димас. Да-да-да, давай, короче, постреля подсказку сделаю. Давай! По двери стреляю. Заразите меня, никто не сможет. Слышу, 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 кто-то уже ломится. Да, это я следую. Я пользуюсь, короче, своей старой доброй тактикой. Просто бегаю по школе. Быстро не бери. Ну что, о, Серега? Я услышал. Отлично, давай. Слышу, вы приближаетесь. Эй, так нечестно! Отстань от меня! Я добрый! Помогите, пацаны, помогите! Он бежит за мной. Кто выжил? О, дерьмо. Я живу. Серега, это ты был? Где? За мной. Это я был. Не. Та дверь закрывайся, вонючая. Да, кого-то заразили. Ай. Кого-то заразили, я слышу. О, я крошку покусал. Я гоненько. Так, кто как хэдкрабов уже бегает? Я спасаюсь в своем месте. Я тоже спасаюсь. На нычке тут сижу за стульчиками.
Вот зато я вижу тут проход. Слышу, слышу, хэдкраб бежит. Блин. Ребят, тут возле столовки, крошка, крошка, я его зажал и не выпускаю, он бегает. Сейчас еще найти надо. О, я слышу. Пацаны, карта манюсенькая, и тут очень тяжело находить. Давай, бей его. Я его укусил один раз. Получается, если на голову с одного раза, да, убивать, а если просто касать, дамажите. Я заразил крошку окрошку. Крошка окрошка. А я наблюдаю. Вижу, вижу, вижу. Эй, ты что? Я испугался, жесть. Блин, беги, глупец, беги. Это фиаско. Это жесть, я дернулся аж. Я не ожидал, что ты стекло можешь разбить. У меня очень громкая игра стоит. И ты когда стекло лопнуло, это жесть была. Так, блин, тут шкафы. Я в шкаф ударился и убился головой. У тебя поцарапали, значит ты заражен уже. Нет, я головой, я бежал, я в шкаф ударился. Не, давай зарази меня. Не, давай зарази. Не зарази. Да какой заразил, ты что, шкаф? Да. Я на тот шкаф, которым ты ударился, я обоссал его. Да. Нет, это так не работает. Давайте ищите, кто остался заражать. Блин! Нашел! Да блин, беги, Димка, беги! Они сзади, они все сзади бегут и хотят меня убить. Но я не останавливаюсь, я не отчаиваюсь, я выживу. Стой! Нет, я не остановлюсь ни на секунду. Мочите Димаса. Дела очень плохи, дела очень плохи. Я в класс забегу. Не надо. Около вас. Не иди в класс. Я в классе. Учись тогда. Сижу в классе на нычку. Кто-то мимо меня, короче, пробежал. Отлично, отлично. Кого-то убили! Кого-то я убили. Заразил этого. Вот. Я Форготена заразил. Форгота, ну что ж ты. Ты остался, и этот, Карыч. Я выживу. Я Карыча вообще не видел, где он спрятался. Нашел! Блин, он мне по башке дал! Не, ну сиди ты в углу, нет, выскочил, блин, выглянул в окошко. Тупик. Тупик, тупик, тупик. Тупик тупиков. Я буду в классы забегать во все. Это, блин, я проиграл. Это жесть, как прикольно. Так, хочу я тоже хэдкрабом побыть? Один человек. Карыч, дай подсказку. Ой, это не хэдкраб. Я в одном из классов около столовки. Эй, извини. Так, пацаны, ну что? Прикольно хэдкрабом вообще играть, да? Да. Здравствуйте. А что я такой... А как быстро бегать? Shift. А, подожди, это у меня просто хэдкраб медленный. Надо быстро его взять. Во! Он прыгает по зданиям каким-то. А это. Ой-ой-ой-ой, убегаю. Ой, тот сразу прыгает. Так, ну что, где он, пацаны, ищем его. Я наш царя. Все, убили? Нет, я живой. Я каким-то образом, не знаю, заразил Сквидварда. Блин, у меня тут мой труп тут лежал. Все, заразили, убили, да? Всех, Димас. Да. Победа. Давайте сделаем битву хэдкрабов. Я никогда не воевал за них. Подождите. На спауне давайте берем хэдкрабов. Давай, кто проиграет, тот уже не участвует. Подождите. Это в пилпаках. Сейчас, погодьте. Именно хэдкрабами, не зомби. Ой. Эр, нажми букву, кто там за быстрого зомби. О. Ну чё, давай. О, я убил. Молодец. Отрывайся. Меня убили, я полека полетаю вверху. Давай, мы ещё деремся тут между собой. Ещё кого-то убил.
Ну чё, иди сюда. Меня убили. Все друг друга попили. Как это? А как это получается? Мы все давно. Это знаете, что получается? Ничья. И я думал, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди. Поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы мы побегали от аниматроников. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давайте, давайте, пацаны, все к ним идите. Ах, нет, не ко мне, не ко мне, ладно, ладно. А некоторые аниматроники вообще в комнате застряли, Димас, они вообще не идут. А мы сейчас их накажем за это. А где эта комната? А, со мной Бонька бежит. Ого, тут какие-то артефакты на карте. Ого, их тут! Артефакт! Артефакт, блин! Так, в кухне никого... Ах, ах ты, блин, смотри, спринтера просто какой-то очень жесткий мужик. Хорошо, мне это все не нравится. Доставлю других аниматроников. Все фигня. Давай по новой. Давай по новой, Миша. Ого, я наставил. Я просто какой-то псих. Убираю. О, все. Ладно, хорошо, давайте ставлю на улице их. На улице они лучше ориентируются. А давайте мы поставим... Напишите в комментариях, в следующей серии мы поставим то, что вы напишете. Плюштрапов можно наставим диких. Дикие плюштрапы вперед. Давайте, детки мои. Убивайте их. Ого, подлагало. Давайте уберем парочку штук. Вот так вот, да? О, отлично. Так, они бегут. О, наш подписчик там валяется в песке. Пацаны, давайте, подходите все в песочницу. Они тут гуляются. Они за тобой, Димас, идут. Да? А, сейчас они будут и за вами идти. Есть, Серега. А как ты хотел? Эй, я тут. Мужики. Ах, ты чё кусаешься? Позастревали, что ли? Давайте их немножечко поможем им. А, они за этим идут. Ты что там сидишь? Ты смотри, зашкерился. Так, 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 они что-то очень слабо бегают. Так, надо добавить еще туда парочку. Давайте мы добавим еще для разнообразия. О, летающая, говорящая голова. О, пошла жарища. Смотри, они не влазят в хату. Вот голова большая у них. Они жирные, Димас. Сильно жирные? Ну да, как видишь. Хорошо, сильно жирные. А вот этот пойдет? А, испугались, пацаны? Стрёмные они. Так, ну чё, побежали вовнутрь туда. Головешки! Побежали. Все, начинаем выживать. Так, тут с топором вообще гоняется. Опа, пошел вовнутрь. Так, так, так. Серега, все тебя хотят убить. Я вот прям вижу на лице у них. Где Серега? Так, еще кто-то слился. Назар, Серега. А, ну все сходит. О, Чика прибежала. Красавчик, Чичка. Так, сюда поднимаемся. Эть. И что вы нам сделаете? На, еще раз. Нормально, нормально. Ого. Здорово, я тебя знаю. Нормально. Идите сюда, ну. Не-не-не-не-не, Чика, я с тобой не хочу дружить. Че, вроде все хорошо и спокойно. Нет, не хорошо и не спокойно. А, они боятся спрыгивать. Они спрыгивают. Голова когда по... Ай-яй-яй-яй-яй, кто-то там базарит. Хорошо, убили меня. Ух, марионетка как гасает быстро. А куда вы все бежите? Я тут. А нет, я не тут. Зашел все-таки, да? Сейчас мы тебя обманем. Так, так, так. Хоп. Нет, не заходите сюда. Помогите мне. Они все хотят меня убить. Ух. Блин, я их боюсь как аниматроников. Я сейчас разозлюсь и начну их мочить. А уже дверей нету на карте, все поудаляли, что ли? А, нет, тут есть дверь. Ух, блин, вышел из-за угла. Блин, такие ролики надо записывать с вебкой, потому что я так дергаюсь, это жесть. И побежала. Как-то стрёмно ходит, но очень интересно.
О, нормально. Че, Серега, может оружку какую-то возьмем, поиздеваемся над ними? Ну давай. Только не бомбы. Только не бомбы. Можно ядерный удар, ой, воздушный. Эту ш... Че она не стреляет? Ладно, шучу, это сильно жесткое оружие. Давайте что-нибудь такое постреляться возьмем. Так, кирпичи делать я не хочу, еще рано. О, шестистволка, мое любимое. Ну? Вообще на... Ого, тут какой-то прям монстр у меня. Разложили всех. Хоть на трупах потанцую. Так, нормально. Вас тут аниматроники Пикачу в комнате зажали. Иду я помогать, Серега, иду. Давай поможем нашему товарищу. Все, все за одного и один за всех, только наоборот. Давай, Димас, я бегу. Почти тут всех добил. Бегу, не знаю где вы, но я бегу. А, вижу. Нет, не вижу. Так, сюда. Что, сзади меня маринетка, что ли? А, я... Их очень много, я не справлюсь. Они тут везде с клерей выбегают. Давай. Есть такая буква в алфавите. Так, Серега, бегу. Вот тут? Я мимо пробегал. Пробегал и забегал дальше. На... Ты что, швабру сторожишь, моя швабра. Так, давайте тут посмотрим. Еще где-то одна бегает за мной. Да едить колотить. Кэтмакс, извини, я не хотел. Кого вижу, того и мочу, извиняюсь. Блин, штрапы. Есть. Отвалите от меня. А, патроны кончились. Вот, еще есть. Ну, давайте вот это, например. Ох, вот это сила. Так, кто еще у нас тут? Димас, они возле батута. Иду. Так, идем, идем, идем. Давай их немножко раздолим там. Да что ж под пули-то подлазите? Крикплей, ну? Под шальную пулю за... Friendly fire. Так, так, так. Перезаряжаемся. Продвигаемся. А, за мной Nightmare Freddy. Ого, их тут! Серега, может, снова пока бомбу жахнешь? Ух давай, ты! Только я хочу на это смотреть. Я лечу на улицу туда. Так, давай я на батуте. Сейчас. Ребята, мы скачали опять новые паки. Сейчас Серега вам покажет все. Это NTT надо заходить, да? Да. А какой пак конкретно? Сейчас, сейчас, сейчас найдем. H-bombs. Воу, ничего себе их... Воу, давай, Серега, посмотрим. Сейчас... Но в следующей серии, может, если вы хотите, сделаем опять обзор оружия. Мне понравилось. Тихо, очень. Тихо, тихо, не стреляйте по ней. Ого, это она? Блин, я да. Сыкаю как-то ее. Она очень большая. Я сдалека буду наблюдать. На уголку здания. Ой. Вот так вот. Че, взрывается? Это какой-то, Серега, банан. Не бомба. Их надо на Е нажимать? Все, Димас, отходи, я взрываю C4. Давай. Ого, это было сильно. Нифига себе эффект, ребята. Мне нравится, прям непривычно. Сфига ли они живые остались? Что это за бомба-просралка? Что это такое? А это что? А, это планета какая-то. Какие-то приколы. Ого, ракета есть у нас тут. Бум. Почему аниматроники не умирают? Не понимаю. Вот сейчас будет тут атомная бомба. Давай. Видишь, я... вот эта маленькая? Да, бомба. Но она маленькая, это обман зрения. Сейчас она как жахнет, как большая. Давай. Вам подарочек. От Сереги. Вот это шахту, аж радиацию слышно. У тебя тоже экран такой мельтешит, да? Да. Нифига себе, аниматроники живые. Вы что, издеваетесь, что ли? Это очень сильно. И жизни тратится. Это настоящая ядерная бомба, Серега. Я сейчас умру еще раз. Ну, ничего страшного.
очистить. Правда, от радиации на этот раз. Давай я карту очищу, стопэ. Давай. О, и двери новые появились. Короче, эти бомбы крутые, но аниматроников они не убивают. Короче, давай в конце сделаем, как всегда по старой схеме, взорвем обычную ядерную бомбу. Потому что эти бомбы классно, но мы их оставим на следующую запись. Вот эта бомба всегда работает. Давай мы на счет 3 вместе жахнем, Серега. Давай, сейчас возьму. Давай. Готов? Раз. Два. Три. Вот это эффектный взрыв. Я не знаю, куда лететь даже. Тут все ярко очень. Все. Серега, никого не осталось. Вот это настоящий ядерный взрыв. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Серега, Кошак, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Привет. Сегодня мы играем на карте Балди. Я буду играть за Хэдкраба. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Пацаны, сегодня все не просто так. Вы можете использовать монтировку против Хэдкраба, чтобы была хоть какая-то у вас защита против моего мощного мордоплета. Мордоплета вордоворота. Так легко было и все? Я уже вселился в одного из вас, начинаем мочить. А в кого ты вселился? А я тебе не скажу. Ты же Хэдкраба взял. А я на голову напрыгнул. Он ни в кого из вас не вселился, Алёша. Я на голову, на голову напрыгнул и бегаю, вот я. Иди сюда, иди сюда, эй! Бейте его. Я тоже буду бить вас, вы что думаете? Не... Хорошо. Обоссали. Все, я буду один Хэдкрабом играть. Вы будете все выжившие, потерпевшие, да, Сережка? А ну иди сюда. А ну иди сюда. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, чувствую в этой серии точно, что чужой придет и будет вас наказывать. Кстати, чужой, кто не знает, это родственник Хэдкраба. Серега, я тебя буду мочить. Да не меня бей. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, пошел, 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 грамотей. Так, надо мне на крысу как-то вселяться в вас. Зря ты со мной решил повоевать, зря, зря. Я же все равно выиграю. Вот, да. Вот, видишь? Побежал, побежал. Будем двери закрывать за собой. Я вижу. Ой, тут не обстоятельства. Да он мертв уже, зачем? Они труп пинают. Так, 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 надо на крысу. Ищите по углам, он сказал на крысу будет. Ой, 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 красиво, красиво, фигачу, пацана. Есть, Серега, есть. Я еще на папайруса никогда не запрыгивал. Костяная башка. Да ну что ж вы. Меня ты чупёшь. Так. Отключите, Рюга. Мое лицо. Пошел, пошел, пошел. У тебя что, бессмертие? Нет. Я вижу Димаша. Да вы что? Читерскую монтировку нельзя брать? Я буду банить. Это секретная монтировка Фримана. Так какая она секретная? Она читерская. Ты бегаешь неадекватно быстро. Есть. А вот теперь я буду убегать. Не-не-не-не-не, хлопцы. Я побежал, я вспомнил. Надо купить молока с солью. Тихо-тихо-тихо-тихо, убегай. Ой. Ой-ой-ой. Стоять. Нельзя стоять, надо бежать. Давай по жопке ему, хорош. Хорошо, я хотел с вами по-хорошему, вы не понимаете. Я тебя топором сейчас отфигачу, где ты? Где ты, я тебя топором... Слышь этот звук? Слышу. Да, я его слышу. Ну, в кабинете сидит в одном. Все, молодец, молодец. Ну что ж еще делать? Да хватит мне пинать. Его Серега, смотри на полы, кто там валяется. Ах! Если что, я увидел этот топор по голове, это было мощно. Хэдкраб против вас не работает, надо брать реально чужого. Отлично. Мне это нравится. Ну, Серега, ну дай хоть повыживать в кишках, у тебя кишки вкусные. Нельзя, вонючие. Надо кишки. Иди вон. У тебя не вонючие кишки, они у тебя пахучие. Лист вонючий, пропах говном. Так, я буду тут стоять и чекать. Давайте удалим дверь.
Ребята, он взял чужого, так что будьте аккуратнее. Один из нас импостер. Компостер. Я сейчас кого-то вселюсь, если пройдет 30 секунд, я буду вас всех мочить за здорового чужого. Не давайте ему вселиться, ребята. А я не буду спрашивать, как это не давайте. Я возьму и вселюсь. Я слышу. Ой, я тоже. Надо заманить кого-то сюда в комнатку ко мне. Опа. Серега, тебя что ли? Ну Серега, ну не убивай! Нельзя стоять рядышком. 30 секунд не даете повыживать. Надо строчить 30 секунд, чтоб не заметил. Как же мне вселиться, чтобы вы не заметили? Ну Серега, ты сегодня такой желанный мой. Вижу. Ай. У меня. Нет, я не в нем. Вот вы жесток. О! Серега, это копье, аккуратно еще поранишься. Да, блин, да было больно. Так, мне нравится, что на этой карте есть рандомный спаун, поэтому это очень прикольно. Так, тут не закрывай. О! И фиг знает, где ты появишься в следующий раз, да? Да-да-да, я заныкался. В 2D текстурке. Такой движ. 7 человек против одного чужого. Захватили школу, чужие. Скорее люди. Нет. Вам так кажется, что вы будете выживать. Я слышу, вот где-то здесь Серега. Где-то квакать. Так, бежит, бежит. Серега только. Да-да-да. Да он из-под тишка на тебя прыгнет, и все, и Сереги нет. А ну иди сюда. Опа! Опа! В кого он вселился? Не знаю. Да вы убиваете так быстро друг друга, я все-таки выхвачу тот момент, когда вы не поймете, в кого я вселился. Я это сейчас сделаю. Слышите звук хруста? Смотрите под ноги. Я вижу его. Всегда подсказываешь, как выигрывать меня. Ладно, не делайте, как я говорю. Делайте, как вы думаете делать. Опа, пролетел. Димас, сейчас получится. Он в меня. Вселился. Да нет, я не вселялся. Ракеты под себя. Да я не вселялся ни в кого. Ракет, о. Ого, ничего Triple себе. Kill. Да ничего себе. Я один, а вы убиваете друг друга. Нет. Обстоятельства. Опять где-то вижу, точнее, Димас. Убегай, 30 секунд, убегай. Я должен встать большим. Давай, убегай, 30 секунд. Так, 10 секунд уже есть. Это прикольно, что двери можно убивать. Так, 15 секунд. Да как вы угадали, что... Вон он пролетел. А, есть. Да Серега, ты сильно глазастый. Нельзя быть таким глазастым. Это плохо, это запрещено законами физики Вашингтона. Вашингтона, да. Да вы хрякаете и хряскаете. Хрюкс. Я вижу его, вот он. Мочите его, гнобите, бейте его. У меня. Так, все, надо прекращать эту вакханалию, надо красиво вселиться в кого-то. Так. Опа, есть. Нет. Да повыживай 30 секунд, ну пожалуйста, ну выживи. 30 секунд несчастных. А кто? Плохо я не могу управление брать. Да делали бы мод, когда я вселяюсь, я управляю персонажем. Очень было бы круто. Кто? Красиво, чувак. 10 секунд осталось. Ну, давай. Это кошак. Да это не я. Это не главное. Нет, вы его не можете убить. Сзади, Серега, сзади. 5 секунд. Нет. Где он? Он ни в кого не вселялся. Отлично. Он, короче, в нычку этой карты пошел. Сейчас я пропишу килл, чтобы я был смертным. И все, и начинается веселье. Наконец-то, я знал, что в кого-то вселюсь. Антан, ты какаха, быстро все в столовую. В столовую? Я в столовую еду. Ой, лечу. Давай, лети. На обед сегодня свинец Димасу. Так. Доставил пушки. Ой. Вкусно.
Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ребят, это, остерегайтесь меня, я могу убить вас случайно. Атали... Тихо-тихо-тихо-тихо, быстрее, наикайся! Быстрее, о господи, что ж вы так дамажите? Что за оружие у вас читерское? Так, надо встать вот тут за углом и через стенку вас фигачить. О, привет, как дела? Да ну эти шары, они не читер... О, читерские! Они не читерские, это... Хорошо, хорошо. Он опять там, кого-то вселился, я слышу. Отлично, отлично. Так, прописываем килл, чтоб я умирал. И сейчас я вам задам жары. Сейчас я все сделаю. Ой, ой. Серега, ты спаун поставил? Так ничего. Да. Так, надо тебя вынести первого. Ты сильно очень хорошо играешь в Гаррис Мод. Надо тебя наказывать. На улице был. Да какая улица? Да вон, бегает. Хвостиково видно. Быстрее, чужой! За что ж ты кого медленно, а? Вот это веселье. Так, так, ой, извиняюсь. Аккуратно. Шарик. Так, я смогу вот так убивать, если я... Сейчас, подождите. Чуть-чуть выше надо и... Мы тут сами себя убиваем. Ой, ой-ой-ой. Тишина страшная. Тишина смерти. О, я его вижу, вот он. Да вы задрали видеть меня, блин, уничтожили в говно. Так. Не удалось тебе справиться. Опа. Да меня-то... Да ну все, я улетаю, вы мне не даете быть чужим нормально. Увались, увались! Извиняюсь, обстоятельства. Что-то такое безумное. Безумный Джон. Любишь убивать. Так, а теперь я буду играть очень красиво. Давай, так. Серега, моя цель убить именно тебя. Давай, удачи тебе. Так, 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 так. А что вы, Серега, а что ты прыгаешь, как стрекозел? Остановись, а пожалуйста. Не-не-не. Так ты же вот. Шаром стрельнешь сразу, я же знаю вот. Тебя. Да он тоже улетает. Вот он. Да вы задрали! 20 хп осталось, вы какие-то вообще психи, что ли? 20 да, хп! Сейчас я Серегу выслежу. Так, 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 так. Где-то бегает, слышу. Серега, он пытается под тобой зайти. Да-да-да, ты правильно говоришь. А чё, Серега, ты тут стоишь? Не хочешь выйти никуда? Защищаем Серегу, ребята. Наша задача защищать. Да вы убиваете друг друга, а не Серегу защищаете. Прячься, Серег. Куда слушай, ребята? Лучше прячься. Сережа! Иди кушать супчик. Он под тобой, Серега. Да ну это невозможно, это невозможно. Вы сильно мочите, вы сильно наигранные. Надо играть с новичками, которые даже оружие не могут брать. Да, это скажи, что нельзя так сильно играть. Наоборот, нужно, в этом есть прикол игры. Чтобы мне было сложно вас выиграть. Слышу его где-то. Слышь, да как это шар отскочил мне в голову? Ну как? Это настолько рандом был, рандом-дом. А рандом-дом. Я чисто это от фонаря туда выстрелил. Да вы же. Серега, ну пощади, ну пощади. Нет, никак пощады не будет. А ты слышишь, да зайти в обычный коридор, где мало места. Очень сильно судимо. Обоссался. Я сопровожу. Или ты им помнишь? Блин, а! Да ну как? Обстоятельства.
Эй, у меня гвозди в голове. На тебе за это. Эх ты гнев. На еще раз. Я буду в столовой стоять. До посинения. Да. Так, пока Серегу никто не охраняет, я лечу туда. Да вы задрали уже все тут. Я сейчас Серегу вычислю, я сейчас Серегу убью. Ой, так. У меня шнурок развязался. Море. Да, Серега, это не ты был. Блин, но подставили свое тело против меня. Серега спас. Ой, ой, ой. У меня для тебя сюрприз, Димка, когда ты ко мне придешь. А вот его видно, смотри. Да блин, вы задрали, гвозди видно, реально. Гвозди видно. Так, 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 Сережа. Серега, послушай внимательно этот звук. Да блин, я испугался аж. Это было жестко. Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди. И сегодня мы записываем SCP гоняется за нами. Будем ставить очень много разных. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Вот, вот этот вообще сильный, пацаны. Готовьтесь. Я не знаю, сколько я поставлю. И когда уже будет лагать, тогда я перестану ставить. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Как всегда, заходит очень много новеньких и попадает в ролик. Все, больше ставить не буду. А может, а? Они уже гоняются, нет? Так, ребята, давайте стоп-соун подготовим сразу. Во. Господи. И... Да не бойся, не бойся. Это... Во, бежит, бежит уже один. Опа, опа, он, смотрите, прыгает и как будто разрывает на части. Ой. А! Блин, разорвало меня. Так, я вижу, вижу. На, убил Боньку. Я вижу, еще один бежит. Блин, а мне нравится. Так, 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 он тут бегает. Застрял, застрял. Меня увидел. Нет. Где они? Никто не орет. Вот он, вот он. А, ну нафиг, отвали. Отвали от меня. Да что они такие резкие? Он даже в воздухе, может, развора еще убил. Короче, они всех валят. А вы проверяли, они дверь умеют открывать или нет? Кто-то, ты проверял это? Господи, меня убил. Он умеет калитки открывать? А, статуя, походу, умеет. Так, 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 так. Выживет сильнейший. Я вижу, он там бегает. Двери не умеет он открывать. Пацаны, я двери удалю. Он горит. Это я поджег. Я вот тут. Минус, братан. За партами буду ныкаться. Чпонькс. Ты что он орёт? Да, классно кричат они, так стрёмно очень. Минус Димас. А, отвали! Да что он такой быстрый, я его боюсь. Еще одного убил. Я знаю, как уклоняться, видите? Он не убил меня. Бензопилой. Еще, еще, еще. Не знаю, за кем бежать, нас сильно много. На. За то, что лезешь к нему, он всех мочит. Еще давай. Блин, так кричит громко. Вот, смотрите, я, видишь, не убил. Надо назад бежать и в бок, пацаны, вы сможете выиграть. Эх, ну в этот раз не получилось. Я хорошо. Мне страшно, я дрожу, я весь в депрессии. Вот это они кричат. Пацаны, ставлю других из цепишек, надеюсь, вам понравится. Потому что это будет сильно. Ой. Сразу двоих. Вот я видел, как она перемещается. А кто? Кого я одну поставил статую. А, статую. И еще одну, 173. А! Ну вот так вот она мочит, как-то вы, ребята, уже видели, что они очень мощные. Две штуки стоит, будем смотреть, как умирают. Никого нету? Страшно вырубать. А чё они так... А, я вижу, пацанов мочат, а я нет, я живой. Надо ее увидеть. А я ее не вижу. А! Вот, вот, вот она, пацаны, вот она. Не, давай вместе смотреть, не уходи, я умру. Давайте все на нее смотреть. Оп, на месте стоит. Оп, вторая появилась. Оп, третья. Оп, четвертая. Пацаны, вот. Оп. Это игра, короче, кого выберет SCP. Оп, нам хана, точнее мне. Вон еще одна. Ой, она уже рядом. Ого! Блин, это реально эпично у нас получилось. Опа, она прям сзади меня была.
Смотрим, вот, смотрим на них. Статуя до сих пор за мной гоняется, даже если я сдох. Окей. А чем они? Все живые? Живые. А, вот они все. Господи, сколько их... Нормально? Давай еще поставим. Нет, офигеть. Да давай. О, Гон, он что сзади было, чуть не умер. Как я вообще живой остался? Я сейчас опять буду лежать с депрессией на полу. Давайте отвернемся все. Не хочу. Да давай, не сыйте, но мы выиграем. Ого, я испугался ее. Я ж не ожидал, в горле запершила, так быстро подошла. Эй, вы что ко мне все идете? Бейте, создатели. Музыка, да, крутая, когда они передвигаются? Очень круто сделано. Так, так, так. Блин, реально столько штук нас... Это челлендж, пройди мимо статуи и останься в живых. О, это сложно. А, она меня зажала. Ого, не двигается. Это сложно, потому что ты не знаешь, какая статуя на тебя рыпается. Пацаны, все, я ушел, прощайте. Я тоже. Димас, не подожди меня. Ой, мне тоже страшно. Так, я здесь. А пацаны умирают. Они рассасываются по карте. Ого, они все в проходе. А! Так, так, Димас, ты где? Ого, они перемещаются быстро очень. Моментально просто. Давайте проверим, ко мне сюда придет кто-то? Ой. Я-то приду. Я ее увидел. Возможно. Я ее, походу, увидел, она теперь меня преследует. Нет, нет, они двери не могут открывать. А ты где, Димас? Я в офисе, который прям возле спау... Как в школу заходишь, слева. Упс, прощайте. Слева? А, все, понял, понял. О! Ничего ты не понял, все нормально. Да, я ничего не понял. Зато было очень интересно. Я вижу, как она его убила. Чпонькс. Господи, тут статуя во дворе. Ой, она рядом, видел, как переместилась? Тут две статуи загр... О, Димас, привет. Я иду, все нормально, мы живые все. О, два для разнообразия, я еще добавлю парочку штук, только других. Вот такой скромник. А, вот такой. Сзади, это, статуя, за тебя статуя, Димас. Ого! Блин, а как она туда залезла? Так, у нас еще есть зомби вот такой вот. У нас есть вот такой сцепишка. Поставь этого, который ставит телепорты черные свои. Ну, вот этот... На. Ладно, его удалю, он жесткий. Больно в ноге. А я не помню, кто это делал. Вот он, нашел. Во-во-во, прикольно, да? Про него. Он реально, да, крутой? Димас, скоро... А! Это жесть! Нифига себе их тут! А! Нифига! Они прям жестко перемещаются очень сильно. Димас, мне крипово. Помогай. Я дверь закрываю, они ко мне не придут. А можно к тебе? Так. Я здесь в кабинете сижу. Слышу, скромник кричит. О, господи. Я живой. Выглянем. А! На свою голову выглянула, моментально меня убила. Кстати, на статуе дырки от пуль. Кто-то уже мочил ее. Ну, это, видимо, я постарался. Меченая, короче, статуя. Высовываться нельзя, это сразу смерть. Так, Димас, ты где? Блин, они так орут сильно. Эй! А! Да как она меня убила так быстро? А! Накрыл. Скромник! Закрывай двери везде! Закрывай двери! Окей, блин! Окей, не успел! Не успел! А, нет, успел. Зато сквозь текстурки валяюсь, мне нормально. О, Димасня, привет! Дверь закрывай! Да дверь, говорю, закрывай! Вы мне мешаете выиграть! Все, она оторвалась, а? Вовремя дверь, главное, закрывать, и все. О, Димас! Вот здесь, закрывай двери! Чпонькс! Это школа страха! Скромники же открывают дверь! Слышишь, как они кричат там? Я под парту, все. Тихо, не хочу никуда. Ого, их там! Так, насколько я знаю, их мочит оружие АР-2, да? Не знаю. Эти шары смерти. Ребята, это сейчас будет эпик. Умри! Фух, он растворился в... Меня попадали. Ой-ой-ой.
О, господи, не-не-не-не, так, закрыть. Короче, я чисто возрождаюсь, тут, понимаете ли, статуя тоже появляется вместе с пацаном, пацана убивает, а я такой... Опа-на. Попало, прям четко. Черная чупакабра. Отоври! А! Шаром стрелять, типа не, она меня убьет сейчас. Так, Димас, а что это черный чупакабра делает? А, она за мной! Я не залез. Нет. Еще есть, я слышу по голосу. Ой, по звуку. Господи, тут... Это жесть какая-то просто. Они даже меняют, кстати, позы. Я только сейчас первый раз увидел, что они по-разному ходят. Они двери открывают. Димас, это уже страшно. Это уже серьезно. А! Блин, одна обошла со спины меня. Меня тоже убивают постоянно, я не могу выжить. Это нереально. Это реально. Прощайте. Надо. Пожалуйста, не надо. Так, Димас, я так понимаю, ты... Нееет. Кстати, не все из цепишки сдохли. А я не знаю, почему, их не убивают, что ли? Ого! Блин, нифига не вижу. Вон, я вижу статую. Я видел, как ты пустил. Она умерла? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!